Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Сергея Матвеева. И сейчас я нахожусь на курорте Красная Поляна, где подъемники Красная Поляна. Смотрите, подъемники работают. Все хорошо. Идет дождь. Я приехал по работе. Немного вот видно горы. И сейчас мне необходимо дойти до казино. И я решил показать вам тут местную обстановку. Смотрите, электричка едет. Поэтому, друзья, усаживайтесь поудобнее. Берите вкусняшки. Нас ждет минут 15-20 прогулки по курорту Красная Поляна. Это остановка Красная Поляна. Сюда, если приедете, то вот тут можете подняться. Здесь очень красиво. Итак, друзья, отправляемся до казино по курорту в дождь. Можете поставить мне лайк, а я уже сегодня прошел километров 15-20, хожу тут, снимаю. Приезжал по работе, необходимо было привезти материал, и сейчас вот надо еще с человеком встретиться, поэтому мне нужно что-то поделать здесь на курорте. Я решил, поснимаю видео, думаю, это будет для вас интересным. Позаходим тут во всякие интересные места, поэтому отправьте это видео тем, кто любит горы, Сочи. Мы начинаем, друзья. Также подпишитесь на мой телеграм-канал, чтобы не потеряться в случае чего. Красота. Идем тут по местной центральной улице. Напишите, друзья, откуда меня смотрите, когда приедете, и знакомы ли вам эти места. Я почитаю, мне очень интересно. Сейчас для разнообразия зайдем в одно интересное место. Чтобы вы знали, мало ли приедете, захотите туда зайти. Слышите эти звуки? Тут скейтеры тренируются. Ладно, зонтик здесь положим. Я тут просто жил, все знаю. Видите, тут тренируются люди во время дождя. Так что, друзья, знайте это место, что здесь есть скейт-парк. Здесь есть также скейт-парк и под открытым небом. Ох, какой молодец, кормит собачек. Нормально, мясом кормят.
Так, тут у нас поливает дождь. Я вам сейчас покажу скейт-парк под открытым небом. Такая здесь травка, и тут можно ходить. Есть вот такая коробка. Я здесь играл в футбол, когда жил на курорте. Вообще, летом здесь просто сказка. Вот в этих местах, в которых мы сейчас находимся, представьте, солнышко. Все тут лежат на травке, отдыхают. Бедная собачка. Иди сюда. Есть немного еды, остатки. Ты такой бедный песик, иди. Давай, сейчас я тебе дам. Как достать? Просто ветер. Сейчас достану его. Ветер и дождь. У меня тут совсем немножко осталось. Тихо. Да все, все он забрал, короче. А, у меня же есть еще KittyCat, друзья. Сейчас дам ему KittyCat. Я извиняюсь, но просто он такой бедный. Мокрый. Что я не могу пройти мимо. Очень неудобно. Так, все, он немного перекусил. Я думаю, ему тут хватит на пару часов. Так, друзья, все, мы продолжаем наше движение. Наше путешествие по дождливому курорту. Смотрите, есть сцена, там кто-то что-то делал даже сейчас. Кафе работают. Посмотрите, какая сервировочка там. Смотрите, тут еще подстроили скейт-дорожки. Так, эти я знаю места. А вот тут я не был. Сюда надо сходить, это в горах. Так, продолжаем движение. Смотрите, как мало людей. Практически никого нет, потому что дождь, ветер. И так прохладненько. Какая красота. У этого парня такой прикид интересный. Посмотрите, он в кожаной куртке, в каких-то штанах. Такой интересный.
друзья, давайте зайдем сейчас на местный базарчик тут. Ноги уже промокают. Но я сегодня очень много прошел, километров 20 уже. Но это очень хорошо, что я много хожу. Смотрите, какое красивое дерево. Тут такая зеленая атмосфера. Проходим казино. Одно из трех. И оно не главное. Главное дальше. Очень неудобно снимать. Ну да, снимаем. Просто контент, я думаю, может многим понравится в дождь. Такой эксклюзивный. Пусть будет у меня на канале. Потому что скоро дожди закончатся. Так, начался слева отель Мариот, и мы идем вдоль него. А за отелем Мариот начинается казино. Так, проходим центральный вход в гостиницу Мариот, там ресепшн. Нужно эти резиновые сапоги покупать.
такую погоду. Мне еще надо заехать в поселок Красная Поляна, представляете, забрать принтер. Сначала встретиться тут с человеком, дождаться его, потом поехать забрать принтер, привезти его в Сочи, точнее в Адлер, отвезти в ремонт, чтобы его там посмотрели, починили. И вот пока я жду человека, мне нужно чем-то здесь заниматься. Я хожу, снимаю видео. Так, идем вдоль казино. Что они выиграли и поехали на Мерседесе. За казино начинается Red Arena, вот красная, там проводят разные мероприятия масштабные. И буквально еще метров 500 и село Истосадок заканчивается. Все, курортная зона заканчивается, дальше идет дорога до поселка Красная Поляна, минут 5 ехать на машине. Что-то совсем подзатянуло, друзья. Дождь, наверное, я буду заканчивать ролик. Говорю всем спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего настроения, счастья, удачи в жизни. Буду благодарен вам за поддержку, друзья. Подписывайтесь на все мои ресурсы, чтобы не потеряться, потому что будет очень интересно. Все, друзья, всем спасибо за просмотр и счастливо, всем удачи!